КНДР продемонстрировали, как готовился и проходил запуск ракеты со спутником, вызвавший жесткую реакцию Запада. Кадры гостелевидения КНДР напоминают голливудский фильм. Старт запечатлели с десятков точек. В сюжете также появляется и лидер страны Ким Чен Ын, который якобы наблюдал за запуском из бункера. И хотя старт можно назвать успешным лишь условно, спутник на орбиту вышел, но информацию, как сообщается, не передает, в республике чествуют специалистов, которые его осуществили. Их пригласили в Пхеньян, где вручили госнаграды. А западные наблюдатели отметили, в новостных сводках отсутствует имя главы Генштаба Народной армии КНДР Ли Йон Гиля. Раньше он всегда сопровождал Ким Чен Ына. Это, по их мнению, подтверждает информацию южнокорейского агентства Ренхап о том, что военачальника казнили, предположительно, за коррупцию.